Актер Алексей Огурцов считает, что его коллега Андрей Смоляков должен зарабатывать в Израиле, стране, за которую он переживает, пишет Passion.ru. Ранее Смоляков отказался от участия в акции памяти погибших жителей ДНР, но снял ролики в поддержку Израиля. Огурцов назвал предателем коллегу, который выражает поддержку Израилю. Актер считает, что подобные деятели культуры хотят сохранить отношения с западными коллегами. Все артисты – лицедеи, которые будут играть при любой власти. Главное, чтобы им было комфортно, чтобы им платили деньги. Ему жалко терять связь с Европой, поэтому он вынужден молчать, сказал актер. Он также убежден, что после победы России Смоляков заявит, что всегда поддерживал родину. Огурцов выступает против того, чтобы такие артисты зарабатывали в России. Он также предложил создать список российских артистов с указанием их гражданской позиции.